Настала зима. Необычайно быстро. Дорожка такая петляет. Как в сказке какой-то. Сказка. Вот, просто сказка. Еще обрати внимание, насколько белый цвет у снега. Хоть на дороге, хоть где, насколько он белый. И такого снега нет. А мы пытаемся найти дичь дикую. Дикую дичь. И пытаемся найти вдвоем. Да. Потому что остальные... Что там остальные у нас делают? Остальные домашние животные. Они спеклись. Там карьер. И следы туда опять уходят. Думаю, наверное, уже все, да? А, разбитый. Сараюшка чья-то. Желтый. А ветерок, и пошли падать эти шапочки. Глянь. Вчера видели? Двухфутых. Обалдеть вообще, обалдеть. Которые решили, наверное, здесь зимовать, блин. Но речку затянут, они что, в снегу будут сидеть? Странное задание. Должны были уже убраться. Нифига. Камера, наверное, не передаст. Как говорится, хер да ни хера, считай, покатались за эти дни. 120 километров, может, 121 намотали на первой, второй передаче. Нормально, а вроде чего? Вроде на, место, да? На местных этих дорожках, да? Вот только здесь, потому что это деревня 300. 302 ровно получается. Вот 121 километр уже мы здесь мотаемся. По 7, по 8. А вроде так и незаметно, да? Тут фигня, блин. Там 5, здесь 7.